50 молодых актюбинцев получили ключи от арендных квартир. Запущенную жилищную программу в области приурочили к году молодежи. Возможность приобрести жилье без накоплений появилась у молодых госслужащих. Елена Устимович продолжит тему. Абзал Жакен на правах хозяина встречает первых гостей в своей собственной квартире. Арендное жилье начинающий педагог приобрел, не имея накоплений в банке. Не секрет, отсутствие первоначального взноса для молодых семей сегодня главная проблема в решении квартирного вопроса. Именно поэтому в регионе запущена специальная программа. Я работаю в школе-саде с детьми с задержкой психического развития. У нас на работе взяли список, расспросили всех, кто хочет взять квартиру. В течение 10 дней нам сразу выдали квартиру, и перечень документов была не такая уж большая. 50 участников новой жилищной программы уже получили ключи от квартир. Дома, в которых будут проживать представители рабочей молодежи, построены в рамках программы «Нурлы жер». Однокомнатные квартиры площадью 45 и 55 квадратных метров расположены в микрорайоне Нур-Актубе. Это разные сферы, и медики, и учителя, и пожарные, и представители правоохранительных органов. Нам предоставили списки около 2000 кандидатов на получение данного жилья. Первоначальный взнос за жилплощадь составляет 350 тысяч тенге, а ежемесячный платеж в среднем 40 тысяч тенге. Эти взносы будут копиться на счету в банке в течение 6 лет. После квартиру можно будет выкупить или оформить кредит на остаток суммы. Мы, молодая семья, вот женились буквально в сентябре 2018 году. И вот начали деньги собирать, и как раз под руку появилась такая программа очень замечательная. Год молодежи только начались, и уже столько квартир выдали. Это очень легко доступно. В ближайшее время еще 100 молодых семей въедут в собственные квартиры. Елена Устимович, Булат Молдагалиев, Актобе, Хабар 24.